тот путь, который мы выбрали, обращение к лучшим традициям ингушского народа, строительство республики, строительство государственности ингушской, обращение к памяти тех людей, которые сегодня очень много сделали, чьих мест, инвестиционная привлекательность. И самое главное, что к Ингушетии, вот самая главная моя задача, то, что к Ингушетии не относится как вот какой-то территории, которая граничит где-то там с зоной конфликта. И вот это, конечно, не нравится. Но я понимаю, что кому-то что-то может не нравиться, а мне нравится то, что нравится моему народу.